Здравствуйте. Итак, мы в библиотеке. В библиотеке, которая находится в квартале под ней. И основана, открыта 1899 года. Вот такой щит стоит. Хочу вам показать, просто это очень старая такая библиотека. По крайней мере, я пока такую старую вот вижу впервые здесь. Может быть, еще где-то есть что-то похожее. Но вот даже стекла в библиотеке такие старые. Откроем эту дверь. Здесь, конечно, не библиотека, а класс такой. Ну, сейчас не занимаются. Ну, иначе занимались с детьми здесь. Вот видите, какой камин. Обалдеть. Паркет. Все это такое старенькое, но довольно-таки хорошо выглядит. Видите, как сохранено все. Сейчас я вам покажу окна. Такие старые окна. Шторы, конечно, новые. А вот такие интересные. Вот когда-то использовались такие вот окна. Такие механизмы на них стоят интересные. Вообще удивительно сохранить все это. Вот камин поближе. Конечно. Есть внизу такое хранилище, которое мне снимать не позволили. Там есть очень красивые книги, которые сохранились им по 200 лет, этим книгам. Ну, конечно, никто не разрешит такую красоту снимать. Переплеты обалденные просто. Сейчас мы зайдем внутрь и видите, это такая современная часть пристройки есть, которая, я думаю, ничего интересного не представляет. Вот старинная кладка, видите? Вот что представляет английская библиотека, которая простояла столько лет. Еще используется. Вот. Книги здесь, диски разные. Вот что представляет, это вот здесь сделана такая пристройка, совсем современная. И сейчас мы посмотрим зал. Один из залов, честно говоря, один из залов, который могу я вам пока показать, потому что
Как видите, еще все загорожено. Вот здесь компьютеры. Может человек прийти, позаниматься, все, что нужно сделать. Но пока это сейчас ничего не используется. Как видите, вот такая вот. Тут исторические разные вещи, которые напоминают о былых временах. Да. Вот такие вот вещи тут хранятся. Не просто библиотека, а просто как музей. Интересно даже посмотреть все. Просто зайти, не только книгу взять, но и посмотреть, как сделано. Вот. Сейчас я вам покажу потолок. Интересный, правда? Смотрите, как сделано. Это дерево. Дерево, резанное дерево. Вот так, такая дерево-резьба. Резьба по дереву, простите, опять на болгарском. А вот эти вот окна оригинальные, еще с того времени. Не знаю, сколько, насколько это видно. Интересные такие окна. Ну вот, литература. Литература, которая есть. Вот можно посмотреть. Французский, германский, русский, итальянский, испанский, португальский, польский, бенгали, хинди, панджаби, такая на такту, курду. Значит, можно здесь найти все, что на разных языках изложено. Ну и, конечно, на английском, естественно. Такая вот библиотека. Здесь вот могут вам помочь распечатать что-то. Да. Компьютеры, между прочим, бесплатные. Вот такие вот. Такая библиотека интересная. Книги. Какие интересные книги. Все можно найти. История, искусство. Современная литература. Кому нравится романчик какой-нибудь почитать. Вот. Такая прелесть. Вот здесь я попробую показать вам поближе окно. Надеюсь, видно. Надеюсь. Такие старинные окна, такие интересные, просто очень интересно сделано само стекло, такое интересное, просто необычайной формы. Такие вот
потолок. Опять же. Ну, есть и детское отделение, есть все. Все здесь есть. Можно почитать. Красота. Вот так выглядит все. Ну, я вам скажу до свидания. Пока-пока.